Всем привет и добро пожаловать на канал Бибитаки Dolls. И прекрасная новость, наконец стартовал клубный год 2022. И сегодня в ночи нам показывали новых кукол, новых вступительных кукол. То есть тех кукол, которые вы можете предзаказать, когда оформляете членство в клубе. И давайте подробно посмотрим, кого же нам предложили приобрести. И первая кукла из коллекции New Face Eden Blair, которая называется Earth Angel или Земной Ангел. Стоимость вступительной куклы $160, 30 из которых вы вносите сразу. Это депозит, он невозвратный. То есть, если вы передумаете потом покупать эту куклу, $30 вам обратно не вернутся. Само членство в клуб стоит $50. Эти $50 вы оплачиваете за то, чтобы состоять в клубе. То есть эти деньги у вас не идут на покупку какой-либо куклы, они именно за членство. Тираж этой куклы будет ограничен, но пока он неизвестен. Зависит тираж будет от того, сколько человек закажет эту куклу. И уже по количеству заказавших их и будут производить, и затем мы узнаем ее окончательный тираж, когда кукла уже появится у нас на руках. В сертификате будет написан ее окончательный тираж. Что же сами Integrity Toys рассказывают об этой кукле? В то время как ее сестра Лилит больше похожа на девушку из верхнего Истсайда, Иден обожает более вычурную, практичную атмосферу Вестсайда Манхэттена. Шоппинг в West Village, подтягивание кофе и крутые вечеринки с толпой. Вот о чем она. Лично мне кукла однозначно понравилась. И у меня есть Лилит из позапрошлого года. Это была вступительная кукла с сиреневыми волосами, и как раз будет ее сестричка. Лилит и Иден — это сестры-близнецы. Конечно, они у меня будут совершенно разные, но все равно это сестры-близняшки. Мне Иден очень понравилась. Мне вообще, в принципе, нравится молд близняшек, но не всегда. Иногда он чересчур возвышенный, очень тонкий. А здесь он получился такой более приземленный и действительно красивый. Это темнокожая кукла. Я обожаю темнокожих кукол, и для меня это большая радость. Мне очень понравилась ее прическа. Спереди лицо обрамляют тонкие косички. Очень классно, очень красиво. Красивый цвет волос. И, насколько я понимаю, у нее будет неровный срез внизу. То есть волосы неровно подстрижены, а такие немножко лохматенькие. У нее красивый аутфит, такой больше повседневный. То, что можно будет сочетать с разными вещами. Очень красивая блузка с воланами. Точнее, топ укороченный. И джинсы-клёш, такие в стиле хиппи. И задние карманы в виде сердечек. У этой куклы интересные аксессуары. Это оранжевая сумка с застежкой в виде цветочка и сбоку прицеплен кошелечек на карабине. Интересные туфли, но в туфлях я, если честно, не очень уверена. Не знаю, как это будет выглядеть вживую, возможно, не так красиво. Классные золотистые очки массивные. И большое количество разных украшений, хотя они очень деликатные, без каких-то огромных крупных камней. Но, тем не менее, все равно очень красивые. И это сочетание золотых и серебряных украшений. Что любопытно, одно из колец предназначено именно для мизинца. Вторая кукла из линейки Fashion Royalty. И это баронесса Агнес фон Вайс в очень непривычном для нее образе. Называется эта кукла Up with a Twist. Перевести это можно как «с изюминкой». Здесь все то же самое, стоит она $160, $30 невозвратный депозит, который необходимо оплатить сразу, и тираж будет ограничен количеством людей, которые ее предзакажут. Я в полнейшем восторге от прически. И вообще эта кукла мне напоминает Элизабет Тейлор. Платье изначально я посмотрела и подумала, нет, платье мне не нравится. А потом начала приглядываться и подумала, нет, что-то в этом есть, это интересно. Мне очень нравятся туфли у этой куклы, и у них интересный каблучок в форме такой квадратной рюмочки. Сразу заметила, что сережки у этой куклы не уникальные. Такие сережки были уже у Поппи Паркер Париж, только у них в центре был красный камешек, а здесь розовый. Образ вечерний, поэтому куклу дополняет
вечерняя сумочка и перчатки. Перчатки — это сразу то, что я просто уберу и никогда не буду доставать. И такие перчатки только белого цвета были у меня все у той же Лилит из 20-го года вступительной куклы. И я помню, что это было настоящее мучение их натянуть на пальчики, потому что пальчики у Интегрити, то есть все в разные стороны, а еще у них коготочки. И это очень тяжело. Мне очень нравится, как Integrity Toys делает свои перчатки из двух частей, то есть окрашенная кисть и манжет, который надевается на руку. Мне кажется, это выглядит максимально реалистично и очень аккуратно. И я небольшой любитель, да, вот этих тюлевых перчаток, просто потому что их невероятно тяжело надеть. У Лилит я даже эти перчатки, я просто надела их один раз, и кисти просто вынимаю вместе с перчаткой, и кисть из перчатки больше не достаю. То есть, если мне захотелось вдруг надеть снова перчатки, то я просто меняю прям кисть. И что Integrity Toys рассказали об этой кукле? Агнес выглядит потрясающе, как всегда, в своем экстравагантном дизайнерском оригинальном коктейльном платье. Она медленно подтягивает ледяную водку мартини с изюминкой. Баронесса всегда вызывает большой ажиотаж, когда она тихо сканирует комнату в поисках какой-нибудь драмы. Что бы она ни сделала, все обязательно будут потрясены. И эта кукла мне тоже очень и очень понравилась. И третья кукла из коллекции Poppy Parker Ultra Violet, то есть ультрафиолет. Но здесь еще некая игра слов, я так понимаю. И вообще кукла навеяно теми куклами, которые были связаны с армией на конвенции. Здесь очень видно, что налет еще остался. Возможно, эту куклу и разрабатывали для конвенции, но она туда не вошла, ее оставили для клубного года. Но это чисто мои предположения, просто потому что она очень в духе той коллекции. Опять же, сама кукла $160, 30 из которых вы платите сразу, это невозвратный депозит. Мне очень понравилось лицо этой куклы, потрясающе просто. Я обожаю, когда у них делают родинки на лице, это очень красиво. Мне понравился макияж, мне понравилась прическа, вообще в целом сам образ куклы. Мне понравился, если не брать пальто и кепку. Пальто и кепка точно не мое. Но весь остальной образ мне понравился. Я очень люблю фиолетовый цвет. И здесь все такого очень красивого, сочного фиолетового цвета, прям как я люблю. И здесь мне безумно нравятся сапожки. И, кстати, эта кукла на плоской стопе, то есть не под каблук. Кстати, не сказала про скинтон у Агнес. У нее скинтон называется Sun Kissed, то есть поцелуй солнышко, как бы вы немножко загорели. Для сравнения, такой же скинтон, например, у Евгении Такседа. То есть это такой загореленький скинтон. Не очень его люблю по одной простой причине. Со временем у этого скинтона бывает разнотон между телом и кистями. Кисти немножко могут менять цвет. А вот у Poppy Parker скинтон будет FR Black. Если я правильно помню, могу ошибиться, но мне кажется, это как у Адель Македа, которая была конвенционная 20-го года в белом платье и с прической и ракушкой. Вот, по-моему, у нее тоже был FR Black. То есть все куколки у нас загореленькие. Вступительные куклы выйдут у нас осенью, то есть это уже будут куклы, которые отъездили во все отпуска. Побыли на море, на пляже, позагорали, и вот они смугленькие. Честно говоря, я перед тем, как была презентация вступительных кукол, думала, ну, скорее всего, там какая-нибудь одна может мне понравиться, а может быть, как и в прошлом году, вступлю вообще без никого. Но когда увидела презентацию, когда посмотрела на этих кукол, во-первых, не стала прям сразу бросаться. Очень внимательно рассмотрела все фотографии, все почитала еще раз. И в итоге все равно поняла, что нет, они все три мне понравились. И всех трех я буду заказывать. В итоге получается, что я вступила в клуб и предзаказала всех трех кукол. Ждем их осенью. Вместе с вами будем распаковывать,
уверена, что будет интересно. Изначально я подумала, что нет, может быть, я сейчас отложу, потому что вступление в клуб, оно на 3 недели, то есть до 16 марта можно вступить. Может быть, немножко устаканится и курс понизится. Но потом подумала, что, скорее всего, этого не произойдет за эти 3 недели. Это значит, что просто в этом году, ну, лично я буду более тщательно смотреть, выбирать кукол, кого стоит покупать, кого не стоит. Потому что, во-первых, и сами цены на Integrity Toys подросли. То есть, если в прошлом году вступительные стоили 140, то в этом 160. По поводу вступления в клуб. Я знаю, что многие люди, которые годами вступали в клуб, в этом году не очень уже рвутся это делать. Потому что клуб меняется, он растет, и, конечно же, разные изменения происходят. И не всегда это нравится коллекционерам. Я, наверное, не так давно просто во всей этой истории, чтобы видеть какие-то прям сильно кардинальные изменения или чтобы эти изменения меня прям расстроили. На самом деле никаких изменений, которые меня расстроили, не произошло. Наверное, самое грустное лично для меня это то, что отменили купон на $25, но ничего страшного, это пережить можно. Если вы впервые в этом году вступаете в клуб, то дам вам пару рекомендаций. То, что, наверное, я сама не сделала в первый год и к чему пришла там уже только на второй, когда уже понимала, что будет происходить. Кукол выходит достаточно много. Они выходят по принципу, вы сначала вносите какую-то небольшую часть суммы, а затем уже все остальное. И все остальное вы вносите там буквально за неделю. То есть вам дают неделю, иногда две, на то, чтобы оплатить счет. И за это время вам необходимо его оплатить, иначе ваша бронь слетит. Поэтому я рекомендую всем, во-первых, записывать куда-нибудь, что вы предзаказываете, потому что можно о чем-то забыть, о том, что вы что-то предзаказали, а потом вам придет счет. И вот вам неожиданно для вашего бюджета. И, конечно же, прежде чем что-то предзаказывать, подумайте, посчитайте, и только потом предзаказывайте. А особенно это касается лотерейных кукол. Не участвуйте в лотерее просто так. Если вы согласились участвовать в лотерее и выиграли эту лотерею, то есть выиграли право на покупку куклы, то вы ее обязаны купить. То есть нельзя выиграть лотерею и сказать, ой, нет, что-то я передумал, не хочу больше. Так делать нельзя, за это можно получить бан, и вас просто исключат из клуба без каких-либо возвратов. Это правило клуба, и если вы вступаете в первый раз, то, во-первых, я вам рекомендую посмотреть те видео, которые я снимала об этом. Ссылочки покажу вот здесь наверху. И, во-вторых, обязательно, очень внимательно прочитайте всю информацию, которую Integrity Toys дает. То есть все часто задаваемые вопросы, все правила, все-все-все, что вам высылает Integrity Toys, обязательно прочитайте. Прежде чем нажать на кнопочки «Купить» при вступлении в клуб, обязательно откройте все вкладки, где есть часто задаваемые вопросы, да, то есть все ответы на них, как это все происходит. Если пока что у вас каких-то страхов и смущения больше, чем радости от вступления в клуб, то вступать точно не стоит. То есть вы к этому, скорее всего, еще пока не готовы, и ну ничего страшного, сейчас подготовитесь и вступите на следующий год. Потому что участие в клубе должно быть весельем, должно быть радостью, должно быть очень хорошей эмоцией. Если вы будете только волноваться из-за всего, то клубный год пройдет для вас не очень интересно, не очень хорошо, и вы будете просто недовольны тем, что потратили деньги, тем, что все пошло не так, и только испортите себе настроение. Что точно следует сделать перед тем, как вступать в клуб? Первое – это определиться с тем, как вы будете доставлять посылки к себе домой. То есть, либо вы будете делать это напрямую от Integrity Toys, Integrity Toys отправляют посылки в Россию, тогда вы учитываете, что, скорее всего, то, что продается через дилеров, вы не будете покупать. Некоторые дилеры отправляют в Россию, некоторые нет.
Опять же, при учете бюджета обязательно подумайте о том, что вам нужно будет оплачивать доставку. Это тоже не самое дешевое удовольствие, и его тоже нужно обязательно учитывать. Если же вы решили доставлять себе посылки через склад, то сначала выберите ресурс, да, выберите поставщика этой услуги, то есть выберите, через какой склад вы будете себе перевозить посылки. Их сейчас очень много, плюс-минус они все одинаковые, то есть вся услуга у них примерно одинаковая. То есть у вас есть некий абонентский ящик на складе, привозят посылки на этот адрес, да, там складывают условно в ваш абонентский ящик ваши посылки, и когда вы решили их вывести, их все забрали, положили в одну коробку и привезли вам домой. То есть, условно, так очень упрощенно, склад работает так, и то есть вы платите за услуги склада, за то, что они их хранили, за то, что они собирали в посылочку, за то, что они помогали вам оформлять таможенные документы, то есть за то, что у них на сайте, например, есть какая-то форма для заполнения этих таможенных документов, потому что любой товар необходимо провозить через таможню, и для этого необходимо заполнять документы, это обязательно. И плюсы вы платите, конечно же, еще за саму доставку. Поэтому просто помните, что W-Club — это радость, это веселье, это то, чем мы занимаемся для того, чтобы нам было интересно и для того, чтобы поднимало настроение. То есть это не стресс, это не страшно, во всем можно разобраться, просто нужно уделить этому немного времени. И чем больше времени вы этому уделите, если вы действительно прочитаете всю информацию, которую дает Integrity Toys, то точно не будет ничего страшного. И если вы решили доставлять через склад себе, то я рекомендую сначала зарегистрироваться на складе, это всегда бесплатно, то есть сама регистрация, да, присвоение вам этого адреса, это всегда бесплатная услуга. То есть изначально попробуйте просто зарегистрироваться, посмотреть, можете ли вы этим пользоваться, понимаете ли вы, как это делается. И не бойтесь обращаться в техподдержку, например, у складов, потому что эти люди говорят по-русски. Если у вас проблемы с английским языком, то они вам помогут. И частенько, наверное, спрашивают, что делать, если проблемы с английским, да, как покупать, если проблемы с английским. На самом деле все очень просто. Вы заходите на сайт, и, скорее всего, у вас уже есть встроенный переводчик в ваш браузер. И просто нажимаете на нужные кнопочки, чтобы перевести страницу, и все станет на русском языке, и будет намного проще. И, в принципе, переводчики, они очень сильно облегчают жизнь. Пользуйтесь ими. Это классно, это удобно, это полезно. Спасибо, что посмотрели это видео. Я надеюсь, клубный год 2022 будет для нас интересным, удачным, веселым и наполненным радостными событиями. Расскажите, пожалуйста, в комментариях, будете ли вы вступать в этом году и с какими куклами. Я не смогла никого отбросить, вступая со всеми тремя. Расскажите ваше мнение и как поступили вы. И, конечно же, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить все те видео, которые будут в этом году, все те распаковки новых кукол, которые будут в этом году.